И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Майк, и сегодня мы с вами поиграем в Скибиди Туалеты Побег от Нуба. Точнее, наоборот, Нуб Побег от Скибиди Туалетов, что я сказал. В общем, тоже браузерная игра, наверное, их будет больше. Первый уровень я прошел, и довольно-таки неплохо, прикольно. О, у меня даже тело есть, представляете? Вот он, сам Скибиди Туалет, который с башкой жителя какого-то гигачада. Но это прикольно, это реально классненькая игрушка. Текстурки непоганые, тело есть. Знаете, если кто-то играет в CS GO, в CS 2, Valve только-только вот в этом, точнее в прошлом году добавили функцию, чтобы можно было... Так, я помер. Функцию, чтобы можно было видеть свое тело, а тут уже есть, понимаете? Это тяжелая игра, видите? Я даже помираю тут периодически. Хотя в третьем уровне не было скибиди туалетов, но не переживайте, они будут обязательно. Вот он стоит, я угораю над его лицом. Он похож реально на гигачада какого-то. О! Чё это, математическая задачка какая-то? Что это значит? Так, не знаю. Нам просто показали арифметическую геометрию какую-то. Идем дальше. Значит, у нас финиш. Финиш. Пятый уровень. Здесь уровней довольно много. Может, даже на две части. О-о-о, а как это проходить-то? Как это проходить-то? Ты что, ребят, это какие-то тройные сиамские близнецы. Так, аккуратно становимся. Становимся и прыгаем. Все, прошел. Опять прыжок. Финиш. Кстати, заметили, здесь все из ТНТ. Точнее, это не ТНТ, это ТИТ. Это ТИТ. ТИТ. Везде вокруг один сплошной ТИТ. Надеюсь, зажигалки у этих скибиди толчков нету. А чё это? Хера себе, человек-бензопила. Ремастер 2024. Так, опа, на эти красненькие вставать не нужно, получается. Ну и базовый паркур. Может, некоторые слышат мой пробел, как я нажимаю. Ну, клавиатура у меня не новая. Эх, ребятушки, поддержите меня. Так, аккуратно. Да, что-то плакать много. Чё я несу? Плакать много. Интересно, у нас получится вот... Тут есть shift, как бы, space, там, не знаю. Получится ли у нас... прыжок веры. Ну, нет. Разработчик-то не дурак, он-то все продумал. Подождем, пока эта бензопила прокрутится. Все, давайте дальше. Довольно-таки неплохая игра, на самом деле. Даже скибиди эти... Кстати, чё их нету? Они пропали. Ребята, нас обманули. Тут вокруг везде только ТИТ. О, вот сейчас это ТНТ. А в тот раз это было ТИТ. А, это только с одной стороны. Смотрите, там ТИТ, а вот здесь ТНТ. А там ТИТ. Ну ничего. Так, ой-ой-ой, а это ловушка сейчас была? О, смотрите, прикол, я даже не умер. Так, здесь аккуратно. Мансим. Проходим. Нет, тют-тют, я чувствую сейчас... Все, фух, прошел. Прошел, ребятушки. Некоторые могут сказать, что я бы мог и в обычном Майнкрафте скачать какую-то карту, но зачем нам карта, если у нас такой вот... Пирамида головой туалет. Ну все, он какой-то слепой. Я стою буквально в метре от него, он меня уже не видит. Оно же лучше. Нам же лучше. Так, прыгаем дальше. Да, скорее всего, все уровни я проходить не буду. В этом смысла нету. Финиш. Нас встречает Тит опять. Оу, а вот это довольно колоритно. Скибиди-туалеты не всегда встречаются, ну... Ой. Ой-ой-ой, что я сделал? Так, ладно. Надо было чекпоинт забрать, я...
слегка тоже ослеп. Ослеп от этой красоты. От красоты этой игры. Прыжок! Нет. Ну, что ж такое, ладно. Ладно, ладно, давай. Просто хочется не затягивать с этой... С этой игрой уровней вот этой всей. Пройту, наверное... Пройту. Что со мной сегодня не так? Ребята, надо поставить лайк. Я считаю. В принципе, это нужно всегда делать, но в этот раз у меня что-то с языком. Вроде я не ел ничего острого, и вроде бы у меня не холодно дома. Но вот так вот бывает. Блин, какие они... Они одновременно упоротые, смешные и стрёмные довольно-таки. Кстати, они уже даже не туалеты никакие, это просто бошки. Просто прыгающие бошки жителей. Я вообще говорил, что это житель? Да, я говорил. Давайте до 15-го, наверное, уровня. А потом уже посмотрим, может вам понравилось, может 15 лайков, думаю, да. И можно там уже подумать над второй частью. Мне лично эта игра понравилась. Она довольно легкая, довольно-таки прикольная. Опа, так, 13 уровень. 13-й, тут ловушечки. Сейчас можно головой стукнуться и упасть. Так, титки-титки. О, это что? А, вот они, скибиди-туалеты. Все. Я сквозь блок прошел каким-то образом, но ладно. А что, если мы сделаем вот так вот? Блин, нет, так не выйдет. Ладно, ладно. У меня уже был опыт, я не буду рисковать. Прыгаем. Аккуратно. И прыгаем. Все. Спокойненько проходим, и уже на финише нас ждут скибиди-туалеты, которых надо обойти... Так они вообще медленные. Чё вас бояться-то? Ну ладно. Тут все дело в паркуре. В паркуре, который очень сложный. С небес к нам спускается такое желтое облако, которое, скорее всего, проливает желтый дождь. Кто понял, тот понял. Собственно, прыжок. Опа, все. Не хочу ждать, хочу играть. Кстати, мы могли бы и туда запаркурить, на то облако. Не, хотя не-не-не, нет, не получится. Давай! Нет! Пятка, пятка. Чуть-чуть мне не хватило мизинчика, чтобы... Опа, все. И 15 уровень проходим. Это что? Это лабиринт. Это бэкрумс какой-то. Во-во-во, эскейп. Туда надо, туда надо. Это какой-то страшный бэкрумс. Ё-моё. Ребята. О, чекпоинт. А знаете, если так вечером, ночью зайти в эту игру, будет довольно даже страшно. Фух, блин. Меня этот финиш напугал, он так из-за угла. Опа. Ну ладно. Блин, ну все. Ребята, 15 уровней мы прошли. Опять же, набираем там 15 или больше лайков. Ну и, собственно, подумаем. Там уже, скорее всего, вторая часть и выйдет. С вами был я, Майк. Всем удачи, до скорых встреч и пока. Пока.